Канал Курский Белый Комитет, включающий увеличение производственных площадей, установка новых автоматизированных линий по производству продукции, расширение ассортимента и увеличение объема производства выпускаемой продукции, а также замена действующего оборудования на новой высокотехнологической сфере, создание автоматизированного линейного комплекса, увеличение объема производства. Реализация проекта будет инвестирована до 2 500 миллионов рублей и будет создана для 520 новых рабочих мест. Алексей Геннадьевич. Спасибо, уважаемые коллеги. Курский предмет комбинат – это один из ведущих предприятий данной области в России. Значит, проект по модернизации производства, трех производств, которые находятся на территории Курской области, будет вложено порядка 2 миллиардов рублей. Все вы прекрасно понимаете, что при модернизации, оптимизации идет сокращение рабочего персонала, идет сокращение работников производства. Но в данном соглашении, в данной модернизации обратно понимать то, что при модернизации производства будет создано дополнительно 500 рабочих мест. Для того, чтобы это очень важно, мы этот проект поддерживаем. И если предприятие будет какая-то необходимая поддержка со стороны правительства, то со стороны руководства региона, мы ее окажем вовремя и будем поддерживать данное направление от начала мероприятия модернизации до финальной точки. Большое спасибо. Всем добрый день. От лица инвестиционной компании «Курский комбинат» хотел бы поблагодарить за поддержку правительства Курского комбината Алексея Геннадьевича и от себя сказать следующее, что данный праздник действительно уникален не только для Курской области, но и для России, потому что более 30% тех инновационных технологий, которые будут применены в процессе реконструкции, затем будут распространены на территорию Российской Федерации в будущем производстве. В сегодняшний момент более 10 компаний работают над уникальными проектами. И мы со своей стороны готовы вложить не только деньги, но и свои знания, усилия и труд для того, чтобы и Курская область, и Российская Федерация получила качественный продукт многопотенциальных технологий. Это большое спасибо за оказанную помощь. Я в этом уверен. Спасибо.